На основании постановления главы администрации муниципального образования города Десногорск на территории города Десногорск ведет работу административная комиссия, на которой рассматриваются нарушения, допущенные жителями города Десногорска, областного законодательства об административных правонарушениях, из которых наиболее рассматриваемые статьи 27 и статья 32 областного закона об административных правонарушениях. Статья 27. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 до 6 часов в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей. Статья 32. Торговля в неустановленных местах. Торговля вне мест, установленных органами местного самоуправления в городах и населенных пунктах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Рекомендуем гражданам города Десногорска при получении повестки являться на заседание административной комиссии. Так, при составлении протоколов это будет учитываться комиссией. По статье 27 областного закона предусмотрен штраф либо предупреждение. При явке граждан будет назначено предупреждение. При неявке штраф от 1000 до 3000 рублей. Уважаемые жители города Десногорск, убедительная просьба не совершать административных правонарушений, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности.